Меня зовут Любовь Боровиненко. Я приехала из города Днестровска сюда. Я получила здесь за субботу впечатлений очень-очень много духовных переживаний. Самое основное, что было реальное присутствие Духа Святого, особенно когда рукополагали служителей. Все отзывы слышу своих друзей, которые приехали, положительные, потому что все 3 дня люди хотят здесь быть. И мы очень благодарны организаторам этого служения. И слава Богу за вас. Мы любим вас, евреев. Мы служим, стараемся служить вам. И пусть вас Бог благословит. Somewhat overwhelmed by his presence, aren't you? Мы переполнены его присутствием, правда? I'm certainly blessed to be asked to share the final message. Для меня это точно благословение поделиться завершающим словом на сегодня. But I recognize the responsibility that goes with delivering that final word as well. Я также понимаю, какая-то ответственность. On behalf of Pastor Olin and Roger and myself, you've been such wonderful hosts and such a blessing to us. И от лица Роджера и Олина и всех приглашенных, я говорю, что вы прекрасные хозяева, вы прекрасно принимаете. I've decided this is one of those places in the world I could live. Я решил даже, что это то место в мире, где я мог бы жить. I've truly been blessed by your faith. Я точно благословен вашей верой. And your joy. И вашей радостью. The first word that I gave to you on the first day when I talked about the release of triumphant praise. Первый день, когда я говорил о триумфальном высвобождении хвалы, первое слово, которое я говорил. Has run its track and course through everything that we've done these days together. Проходила и пронизывала каждое наше действие, каждую проповедь, которая была здесь. Even our experience just over the last hour here worshiping. Даже наше последнее вот поклонение, которое было последний час. What a blessing! What a blessing! Это прекрасное благословение. I truly believe harvest is on the way in Ukraine. И я верю, что жатва она грядет на Украине. Аллилуйя! Аллилуйя! Now this word is. Is a little bit heavy, but it's also very, very joyful at the end. То слово, которым я хочу поделиться, оно может быть немного трудным, но оно точно принесет радость. You ever delivered a word like that? Когда-нибудь делились таким словом? It's like I have some good news and I have some bad news. Ну это как типа у меня есть плохая и хорошая новость. Do you want the good news first or the bad news first? Какая новость лучше в начале, хорошая или плохая? All right, I'll give you the bad news first. Ладно, сначала с плохой. Take your Bibles and turn to the book of Matthew. Откройте Евангелие от Матфея. Matthew chapter 7. Седьмая глава. You may have heard this story for most of your life if you grew up in church. Если вы особенно выросли в церкви, то вы, наверное, всю свою жизнь слышали эту притчу. In America, in our churches, we learn this story at a very, very young age. В Америке эту историю учат с самого раннего возраста. We even sing songs based upon this story. Даже поем песни на основании этой притчи. Jesus tells the story. Иешуа рассказывает притчу. And it's certainly worth listening to. Matthew chapter 7, verse number 24. Седьмая глава 24 стиха. До 28. Итак, всякий, кто слышит мои слова и исполняет их, будет подобен разумному человеку, построившему свой дом на твердой скале. Пошел дождь, растеклись реки, подули ветры и устремились на тот дом. Но он не разрушился, потому что был основан на камне. Но всякий, кто слышит мои слова и не исполняет их, будет подобен глупцу, построившему свой дом на песке. Пошел дождь, разлились реки, подул ветер и устремился на тот дом. И дом разрушился, и разрушение его было ужасающим. Когда Иешуа окончил говорить это, люди были потрясены тем, как он учил. So the scripture divides this into two groups. То есть Писание разделяет людей на две группы. The same thing happens to both groups of people. И то же самое происходит как с первой, так и со второй группой. But the result is different. Но результаты разные. Based upon their action. Потому что результат зависит от того, какие действия предпринимали эти люди. So in chapter 7, verse 24. В 24 стихе сказано. He uses the word everyone. Используется слово всякий.
And then later in verse 26, he uses the word again, everyone. И также в 26-м стихе говорится всякий. So there are two groups of everyone. То есть есть две группы всяких. But everyone falls into one of the groups of everyone. Но всякие, они также соединяются в одну группу всяких. You are either in this group of everyone. Если вы, например, в этой группе всяких. Or you're in this group of everyone. А есть те, которые в этой группе всяких. But you're every one of us is in one of the groups of everyone. И те, и другие всякие, потому что они принадлежат либо всяким, либо всяким. We're either in this group. То есть мы либо в этой группе. Or we're in this group. И либо в этой группе. Everyone who hears the word of God. Всякий, кто слушает слово Божие. Is in this group. В этой группе. Everyone that does not listen to the word of God is in this group. А те, кто не слушает, они в этой группе. But the same thing happens to both groups. Но и с теми, и с другими происходит то же самое. Yeah? Понимаете? You with me? Да, понимаете? Следите за мыслью, да? So he says, everyone who hears the word of God and applies the word of God to their life, всякий, кто слушает слово Божие и применяет это к своей жизни, will be like a man who built his house, будет подобен человеку, построившему дом, upon a rock, на скале. Everyone who does not hear the word of God and does not take it into their heart, he's like a guy who builds his house on sand. Те, которые построили на песке. And then the same thing happens to both groups. Но опять же то же самое происходит и с теми, и с другими. The rain comes. Пришел дождь. Is that what it says? Написано, да? Да? The storm comes. Пришел шторм, буря. The storm comes on the man who built his house on the rock. Буря пришла и к тому на тот дом, который построен на скале. And the storm comes to those who build their house on the sand. Буря пришла на тот дом, который построен на песке. One man hears the word of God and applies it to his life. Слушает слово Божье и применяет к своей жизни. He's like a guy who built his house on the rock. Он как тот, который построил свой дом на скале. One guy does not listen to the word of God and apply it to his life, and he builds his house on the sand. Здесь тот, который не принимает слово Божье и не применяет в своей жизни, он построил свой дом на песке. But the storm comes on both men. Опять же, но буря пришла на того и на другого. And the rain begins to fall. Начал падать дождь. And the floods go up. Разлились реки. So when I was just a little boy, 2 or 3 years old, пришел потоп. Когда я был маленьким, где-то 2-3 года, I learned the little song. Я выучил одну песню. The wise man built his house upon the rock. Что мудрец построил свой дом на скале. The wise man built his house upon the rock. Мудрец построил свой дом на скале. The wise man built his house upon the rock. Мудрец построил свой дом на скале. And the rains came tumbling down. И сошел дождик на него. Anybody else learn that song? Кто-то знает эту песню? The rains came down, and the floods came up. И разлились воды. The rains came down. Дождь пошел. And the floods came up. И реки поднялись. The rains came down. Дождь пошел, and the floods came up, реки разлились. But the house on the rock stood firm. Но дом, построенный на скале, он стоял твердо. That's that guy. That's that man. Это вот тот человек. This man built his house upon the sand. Этот человек построил на песке. And the rains came down. Пошел дождь. And the floods came up. Вода поднялась. Come on, you're supposed to participate. Давайте, and the rains came down. Дождь пошел. And the floods came up. Реки разлились. Some of you aren't participating. Кто-то не участвует, и за вас повторяем. The rains came down. Дождь сошел. And the floods came up. Вода поднялась. And the house on the sand. И тот дом, который на песке, рухнул. Went splat. Рухнул в дребезги. Не рухнул у кого-то. Now listen to me. This is just the beginning point. We've got lots of ground to cover, and I've only got 2 hours to cover it in. So stay with me. У нас еще много чего нужно разобрать. У меня только 2 часа на это. There is a storm coming. В общем, грядет буря. There is a storm coming. Грядет буря. Listen to the words of our Savior in the book of John. И послушайте слова нашего Спасителя в Евангелии от Иоанна. In this world, you will have trouble. В мире будете иметь скорбь. In this world you will have tribulation. В мире будете иметь трудности. The word that he uses there in the original language of Jesus. В языке оригинала, на котором разговаривал Иешуа, he's describing pressure.
Он говорит о невероятном давлении. And oppression. И притеснении. And struggle. И борьбе. And battle. И сражений. In this world, в этом мире, you will have a storm, you will have tribulation. У вас будет буря. But Jesus says, но Иешуа говорит, relax. Расслабьтесь. I have overcome the world. Я победил мир. So get this now, if you're taking notes, write this down. Если вы записываете, the storm is coming. То запишите, что буря грядет. But Jesus said to relax. Но Иешуа сказал расслабиться. Hallelujah. Hallelujah. Now, turn with me to the book of Revelation. Let me show you something else. Книга Откровения. The book of Revelation. Let me show you the end of it. Давайте откроем сразу, чем все закончится. Revelation chapter 7, a familiar passage. Седьмая глава, знакомый отрывок. And so in Revelation chapter 7, седьмая глава, verse number 9, девятый стих. After this I looked, and there before me was a great multitude. Потом я увидел огромную толпу, никому не сосчитать. Great multitude, no one could count. Никто не мог сосчитать. From every nation. Толпа из разных народов. Every tribe. Племен. Every people and language standing before the throne and in front of the Lamb. Народов и наречий стоят перед престолом и Агнцем. Now jump down and look what it says when one of the elders came to him in verse 13. Давайте чуть пробежимся вперед и в 13-м, что сказано. One of the elders asked me, "These in white robes, who are they?" Один из старейшин спросил меня, "Where'd they come from?" Эти люди в белых одеждах, кто они и откуда пришли? John said, "Hey, you're the elder, you're the one that knows." Иоанн ответил, что ну ты же старец, ты это знаешь. Now look what it says, and I want you to do this with great emphasis, Kirill. И давайте прочтем следующее. He said, "These are they who have come out of great tribulation." Это те, кто вышли из великих бедствий. These are they who have come out of great tribulation. Это те, кто вышли из великих бедствий. So before the throne of God, итак, перед престолом Божьим, there is a multitude that no one can count. Собирается множество, которое невозможно сосчитать, из каждого народа, tribe, племени, and tongue, народности и языка. All of them before the throne of God. Все они перед престолом Божьим. John wants to know, who are these guys? И Иоанн хочет знать, кто эти люди, откуда они пришли. He said, these are they who have come out of great. И старец ему говорит, это те, кто вышел от великих бедствий. Now listen to me. Послушайте. We were told that if you listen to the word of God, нам говорят, что если мы будем послушны Божьему слову, and apply it to your life, и применять его в своей жизни, the storm will come, тогда придет буря, but your house will stand firm. Но ваш дом устоит. Jesus said, "In this world, you will have great tribulation." Иешуа сказал, что в этом мире будете иметь великую скорбь. We come to the book of Revelation, and it describes those who have come out of tribulation. Мы открываем книгу Откровений и видим тех, кто вышел от этой великой скорби. So I draw some things from what we just read. И я как бы взял для себя то, что мы из того, что мы только что прочитали. There is a storm coming. Грядет буря. Jesus is not afraid of the storm. Иешуа не боится этой бури. It seems like I remember a story in the New Testament. Кажется, что я помню историю из Нового Завета. When he was asleep in the boat while the storm was going on. Помните, когда он спал в лодке, когда была буря на море? Да? Jesus is not disturbed by the storm. Но Иешуа не был обеспокоен из-за этого шторма. Да. Jesus says, "Relax, I've overcome the storm." Иешуа сказал, расслабься, расслабьтесь, я победил бурю. And then he gives us a picture at the end of time. И в конце времен мы видим эту картину. Where millions and millions of people. Когда миллионы и миллионы людей. Have come out of tribulation. Которые вышли от скорби. And they're gathered before the throne of God. И они собрались перед Божьим престолом. So there will be some Ukrainians there. И там будут украинцы. Pick me, pick me. Возьми меня. Помните, да? There will be some Russians there. Будут даже русские. There will be some Moldovians there. Молдаване. Just a few. Ну, парочку. There will be Polish. Поляки. Armenian. Армяне. What? No. All kinds. All
All kinds. Ну, из всякого народа. There might even be some Americans there. Даже американцы, может быть, попадут. A few Texans. И несколько техасцев точно будет. And they'll all be before the throne. И все перед престолом Божьим. But all of them have something in common. Но у всех что-то нечто общее. They came out of great tribulation. Они вышли от великой скорби. Now, I said I had good news and bad news. Я же сказал, у меня плохая новость и хорошая новость. The bad news is the storm is coming. Плохая новость, что грядет буря. Look in 2 Timothy chapter 3. 2 Тимофея 3 глава. 2 Timothy chapter 3. 2 Тимофея 3 глава. Let's just read through verse 5. 1 through 5. С 1 по 5 стих. И еще знаю, что в последние дни наступят тяжкие времена. Люди будут любить только себя и деньги, будут хвастливы, заносчивы, грубы, непочтительны к родителям, неблагодарны. В душе у них не будет ничего святого. Это будут люди бессердечные, безжалостные, клеветники, несдержанные, жестокие, враги добра, предатели, необузданные, чванливые. Они будут любить удовольствие больше, чем Бога, будут держаться внешней набожности, но откажутся от ее внутреннего смысла. Держись от них подальше. Listen carefully. Послушайте внимательно. This is the bad news. Это плохая новость. In the last days, последние дни, there will be terrible times. Будет ужасный период. I know that's not happy news. Я понимаю, что это несчастливая новость. But it is truthful news. Но это правдивая новость. A friend of mine was asked one time, do you think we're living in the last days? Одному моего друга как-то спросили, как думаете, мы живем в последние времена уже? He said, we're living in your last days. Он ответил, мы живем в твои последние времена. Amen? Amen. We're all going to come to the end of our lives. Все мы придем к концу нашей жизни. But there's a very, very good chance that you and I are living in a time. Но у нас есть очень хороший шанс, что мы talked живем... about in that passage. Ну, как бы большой процент того, что мы живем в то время, как раз о котором говорит этот отрывок. And of course it goes on and it lists all of the things that are going to take place. И здесь перечисляются все вещи, которые произойдут в то время. If we were going to take the time this evening, we would go down through the list. И если мы сегодня вечером, например, пройдемся по этому списку, and we would all agree that most of those things are happening right now. То мы можем согласиться, что большинство из этих вещей происходит уже сегодня. Right now in your town. В вашем городе. А? Да? Is that right? Правда? There are terrible things. Ужасные вещи. No one is escaping them. И никто не может избежать этого. Don't you for a minute believe that that in America we're somehow escaping the horrible times. Даже не думайте, что, например, в Америке у нас это не происходит. There are terrible things going on in America. В Америке ужасные вещи происходят. And there will be other terrible things that will take place between now and the end. И еще будут происходить плохие, ужасные вещи от сегодняшнего момента и до конца времен. So turn over to the book of Hebrews, chapter 12. Послание к евреям, 12 глава. And let's begin reading verse 26 to 26 and 27. 12. 26 и 27. 26 and 27. Hebrews 12. 26. At that time, his voice shook the earth. Даже тогда его голос сотряс землю. Теперь же он дал следующее обещание. Еще раз поколеблю я землю. Кроме того, и небо. Слова еще раз означают, что все колеблемое, будучи сотворенным, будет удалено, чтобы осталось непоколебимое. So the storm looks like this. И шторм или буря выглядит так. There will be a great shaking in the earth. Будет большое потрясение на земле, колебание. Everything that can be shaken. И все, что может быть потрясено. Will be shaken. Оно будет потрясено. Hallelujah. Hallelujah. You've read about the earthquakes that have been going on around the world. Вы же когда-нибудь читали или слышали о землетрясениях по всему миру? Recently, the most powerful earthquake in 100 years took place in Nepal. Вот недавно самое мощное за 100 лет землетрясение произошло в Непале. We've been having earthquakes in America in places we've never had earthquakes before. В Америке происходили землетрясения недавно, которые вообще никогда не происходили. There is a shaking going on the earth even now. Происходит потрясение по всей земле сейчас.
There's also a spiritual shaking taking place. Духовное потрясение. Those things that we have held on to, that God does not intend for us to keep. Те вещи, которым мы прилепились, но которых Господь не желал. Are going to be shaken until they fall. Они будут потрясены, пока не отпадут от нас. But the Scripture says those things that cannot be shaken. Но Писание говорит, что те вещи, которые непоколебимы. Will not be shaken. In fact, they will stand fast. Но будут стоять на месте, будут твердыми. Hallelujah. Hallelujah. Now, that's the bad news. Итак, были плохие новости. That's all I'm going to say about the bad news. Это все, что я хотел сказать о плохих новостях. Now I want to give you the good news. Теперь хорошие новости. The scripture in Revelation says they came out of great tribulation. Откровение опять же говорит, что они пришли от великой скорби. Would you like to know how they came out of great tribulation? Хотите знать, как они вышли из этой скорби? Валентин Романович хочет знать. Just you? Вы только, да, Валентин? Anyone else you'd like to? Еще кто-нибудь? Okay. Okay. They came out of great tribulation the same way you and I will come out of great tribulation. Они вышли от великой скорби так же, как и я, и вы выйдете от великой скорби. And really, it's very simple. И все просто. You've seen it 100 times. Вы видели это сотни раз. Would you like to see it? Хотите еще раз увидеть? 1 Corinthians, 1 Коринфянам, chapter 13, 13 глава. Verse number 13. You know this verse. Вы знаете этот стих. Now abide 3 things. Теперь остаются 3 вещи. Faith. Вера. Hope. Надежда. And love. Любовь. Now look what it says. Now abide 3 things. Теперь пребывают или остаются 3 вещи. The word that is used there is the word that means this is firm and it is unshakable. И слово, которое здесь используется в оригинале, обозначает это твердо и непоколебимо. Faith, вера, hope, надежда, and love. И любовь. Now I'm going to give you 3 words to connect to those 3 words. И я дам вам еще 3 слова, которые соединены с этими словами. And I'm going to talk to you for just a few more minutes. И еще пару минут хочу поговорить. About how to make sure you can live in perilous times. О том, как вы можете прожить эти времена. The first word I want you to put down. Первое слово, которое можете записать. Is the word stability. Это стабильность. Stability. Стабильность. Do you know what makes a church great? Знаете, что делает церковь великой? Stability. Или большой? Стабильность. I've had the privilege of pastoring one of the largest churches in America. У меня была привилегия быть пастором одной из самых крупных церквей в Америке. I also watched the church go through a great tribulation. Но я также видел, как церковь проходила великие потрясения. The man that was the pastor before me, человек, который был пастором до меня, was the founder of the church. Он основал эту церковь. He had been there 28 years. И 28 лет был ее пастором. He fell morally. Он упал морально. Was forced to resign in shame. Его, как бы, он был принужден к тому, чтобы оставить служение. And when the shepherd is smitten, the sheep scatter. И где поражен пастырь, там рассеялись овцы. From the time the pastor resigned, и с того момента, как пастырь ушел, until I became the pastor, до того момента, пока я стал пастырем, over 3,000 people had left the church. 3,000 человек ушло из церкви. There was a terrible shaking going on. Это было большое потрясение. You see, churches survive because they're stable. И церкви выживают, потому что они стабильны. People don't want to be where there's instability. Люди не хотят находиться там, где есть нестабильность. The wisest thing you can do as a pastoral leader. И самое мудрое, что вы можете сделать как пастыря и как лидеры. Is build the structure and the team and the culture. Это строить команду, строить структуру и культуру. That creates stability. И это производит стабильность. The only way you'll grow. Единственный путь, по которому вы можете вырасти. Is if the church is stable. Это если церковь будет стабильная. So the largest church in the city where I was pastoring. И самая большая церковь в том городе, где я был, в том городе, и я был ее пастырем. That says no to the chaos. Которая говорит нет хаосу. That the enemy tries to bring against us. Который дьявол пытается против нас принести. It's not just peace. Это не просто мир или покой. It's also stability. Это стабильность также. The shalom of God. Шалом Божий.
It's healing and health. Это исцеление и здоровье. It's wisdom. Это мудрость. It's peace. Мир. It's the life of God. Жизнь Божья. And it breaks the chaos in our lives. И это разрушает хаос в нашей жизни. I've been in a few places where there was chaos going on. Я находился в некоторых местах, где происходил просто царил полный хаос. Everything seems like it's shaking. Казалось, что все просто трясется. When I was living in Seattle a few years ago, когда я жил в Сиэтле несколько лет назад, we had an earthquake. У нас было там как раз землетрясение. I was standing at the window in my office. И я стоял у окна в моем офисе. And the parking lot in our church began to look like this. И парковка возле нашей церкви она стала как волной идти. And for 45 seconds. И где-то 45 секунд. The parking lot went like that. Вот парковка вот так вот. And the light poles in the parking lot were going like this. И фонари на парковке качались. And not in our area, but in one of the other areas of town, many of the buildings fell down. И в другом районе города много домов просто рухнули. Because when it's shaking, потому что когда есть землетрясение, and everybody's running around in complete chaos, все бегают вокруг в полном хаосе. Somebody has to be the stable leader of faith. А кто-то должен быть стабильным лидером веры. Hallelujah. Hallelujah. Now all of us in some way are leaders, whether we're fathers, mothers, or whatever. И каждый из нас в определенной степени является лидером, папа, мама, в других сферах. So stability comes from faith-filled leaders. Итак, стабильность приходит, когда есть лидер, исполненный веры. But there's one more thing I want to bring to you about this. Но также еще второе, чем хочу поделиться. Stability also comes to those who are willing to declare some things by faith. Стабильность приходит благодаря тем, кто готовы провозглашать определенные вещи верой. So we're going to give them to you. Сейчас объясню. I'm going to put the list right there so you can stay with me. Number one. Итак, первое. Say no to fear and yes to God's greatness. Говорите нет страху и да Божьему величию. How many of you would really learn in your heart to say нет, нет, нет? Кто в сердце своем научился говорить нет, нет и нет? The enemy is going to come against you. The storm is coming. Враг готовится прийти против вас, надвигается буря. The enemy is going to come and try to oppress you with fear. И враг придет и будет давить на вас страхом. You'll make it through the storm if you will stand by faith. Вы пройдете эту бурю, если будете стоять верой. And say no to fear. Нет страху. Amen. Amen. I know that in your country there are some things that could make you fearful. Я знаю, что происходит в вашей стране некоторые вещи, которые могут принести страх в вашу жизнь. But the God of heaven is still on his throne. Но Господь небесный, он все еще на своем престоле. And whatever men may do, и что бы ни делали люди, God is still in control. Господь все равно все контролирует. And you can stand in faith. И вы можете стоять в вере. And say нет to fear. Нет страху. I'm not going to let the fear come into my heart. Я не позволю страху войти в мою жизнь. Here's another one. Следующее. You can say no to the belief that a bad economy will hinder God's provision. Вы можете сказать нет, веря в то, что плохие обстоятельства помешают Богу исполнить его план или обеспечение принести в вашу жизнь. So the euro goes up, the euro goes down. The euro goes up, the euro goes down. Евро идет вверх, вниз. The dollar goes up, the dollar goes down. Доллар падает или поднимается. The pound goes up, the pound goes down. Фунты падают или поднимаются. Курсы. Goes up and it goes down. Ну вот это вот тоже падает или поднимается. Гривна имеется в виду. Он не помнит просто. But I am going to say no to the belief. Но я буду говорить нет этой вере. That the economy, что экономика, of this nation or any nation, этого народа или другого народа, somehow каким-то образом keeps God's provision from coming to me. Может удержать Божье обеспечение в моей жизни. God's provision will come to me, Jehovah Jireh. Божье обеспечение придет, потому что Адонай Ире, Он обеспечитель мой. He will come to me.
He is going to provide for me whether Он обеспечит меня. It doesn't matter what currency it is. Не важно какой там курс. It doesn't matter whether it's up or down. Не важно упала валюта или под или My God shall supply all your needs according to His riches and glory. Всякую нужду. Hallelujah. Hallelujah. Now, let's go back to the beginning. Вернемся к началу. Everyone. Каждый из нас. Everyone. Всякий. Who listens to the word of God and applies it to their heart, when the storm comes, their house will stand. I'm going to say нет. Я скажу нет. Economy, good or bad, экономика ухудшилась. God is still my provider. Но Бог все равно обеспечение мое. Amen. Amen. Here's another one. Следующее. No to the belief that God won't show up in time. Я говорю нет вере в то, что Бог не появится вовремя. Не, что Бог не. Я говорю нет, что Бог не появится вовремя. Поэтому я говорю да, что Бог появится. God doesn't always show up when I want Him to show up. Господь не всегда появляется тогда, когда я хочу, чтобы Он появился. But He always shows up when He intends to show up. Но Он всегда появляется, когда Он намеревается появиться. Are you with me? Вы слышите? Вы со мной? We're talking about providing stability. Мы говорим об обеспечении стабильности. I'm going to say no to being afraid. Я говорю нет страху и боязни. I'm not going to be afraid. Я не буду бояться. I'm going to come back to my friend. Я хочу приехать к моим друзьям. I prayed for you one time when you were afraid. Я молился за вас, когда вы как-то боялись. Aren't you glad you didn't go off and do something crazy? Aren't you glad you didn't go off and do something crazy? Разве вы не рады, что у вас не поехала крыша и что вы не натворили что-то глупого? You stood by faith. Вы стояли верой. You stood without fear. Без страха. Look what God brought. И посмотрите, что Бог сделал. Ага. Stability. Стабильность. Comes from faith. Приходит по вере. If you're going to make it through the tribulation, если вы хотите пройти через through the trouble. Через through беды, the trial, через испытания, through the oppression, через давление, through the pressure, через притеснение, you're going to have stability in your life. Тогда вам нужно иметь стабильность в вашей жизни. So there are three that remain. Итак, пребывают три. These three will always be there. И они всегда будут там. Faith, вера, hope, надежда, love, любовь. Let's talk about the second one, hope. Теперь о втором поговорим, о вере. With the first word, faith, I gave you the word stability. И с первым словом вера я дал вам слово стабильность. Let me tell you what comes out of hope. И я вам скажу, что производит надежда. Would you like to know? Хотите знать? Here's what comes out of hope. Вот что производит надежда. Integrity. Благородство. Integrity. Благородство. Character that is formed in the fire. Это характер, который формируется в огне. Character that is formed in the crises of life. Характер, который формируется в кризисах жизненных. Character that's formed in the storms that we're talking about. Характер, который формируется в этой буре, о которой мы говорим. That happens because we learn what it means to listen to the voice of God. Это происходит, когда мы учимся слушаться голоса Божьего. Here's what the scripture says. Вот что Писание говорит. Hope is the anchor of the soul. Надежда это как якорь для души. You see, without hope, и без надежды, you have no character in the midst of the storm. Мы не можем иметь этот характер посреди шторма. You worry about everything. Мы переживаем по поводу всего. You're anxious about everything. Мы в панике по поводу того, что происходит. You're fearful of everything. Мы боимся того, что происходит. Because you've lost your hope. Потому что мы кто-то потерял надежду. But hope provides the integrity. Но надежда она производит благородство. That says you will be full of character. Которая говорит, что вы будете full of grace. Ваш характер будет
целостным, вы будете полны благодати. And God will take you through the storm, through your hope. И Господь проведет вас через бурю, благодаря вашей надежде. The apostle Paul went through this. You remember, he went through, you remember the story? He was on this ship. Помните, когда апостол Павел, он был на корабле? And the thing began to go down, and the way ситуация ухудшалась. The way the scripture reads is, the apostle Paul said, when all hope seemed to be gone. И Писание говорит, что как бы слова апостола Павла приводят, что как когда почти вся надежда ушла. Every one of us are going to come to a time in the storm when it looks like all the hope is gone. Каждый из нас может доходить до такого момента в процессе этой бури, когда почти вся надежда уходит. I don't have time to linger here long, but there is a story in the Bible in Luke chapter 24. You can go read it. У меня нет времени, чтобы все раскрывать, но в Луки 4 главе. You remember these guys were walking on the road to Emmaus? These two guys, 24, Luke 24. 24-я глава, когда двое путешествовали в Эммаус. So these two guys are on their way. They've just come from Jerusalem. Они только вышли из Иерусалима. Jesus has just been crucified. Иешуа только вот был распят. This guy comes up and starts walking with them. И к ним присоединяется личность. He said, "What's going on?" И он спрашивает: "Так о чем вы говорите? Что вы обсуждаете?" What are you hanging your head for? Чего вы склонили головы? They said, "You don't know." Они спросили: "Разве ты не знаешь?" We were just in Jerusalem. Да мы только что из Иерусалима. Crucified Jesus. Там распяли Иешуа. Listen to what it says. И вот что он говорит. We had hoped. Они вот что они говорят. У нас была надежда. That he was the Messiah. Что он Мессия. They went into the house. И они зашли в дом. Jesus followed them in and they sat there. Иешуа пришел туда с ними, они присели. Jesus took the pieces of bread on the table. Иешуа взял хлеб. Pushed the wine glass over in the middle of the table. Предложил им вино. And all of a sudden, и внезапно, they realized it was Jesus. Они осознали, что это был сам Иешуа. All the hope was suddenly resurrected. И вся надежда, она внезапно воскресла в их сердцах. Just like Jesus was resurrected. Так же, как Иешуа воскрес. And it changed everything about their life. И это изменило все в их жизни. So here's what it says. Поэтому вот что сказано. They're looking back on that. Они, когда, they're telling the disciples. Когда они потом делились с учениками. One of them says, "Didn't our heart burn within us?" Когда они общались, один из учеников сказал: "Разве не горело внутри нас сердце?" The thing that burns in your spirit. И то, что горит в нашем духе. Is hope. Это надежда. It's hope. Надежда. Don't ever lose your hope. Не теряйте надежду. You say, "Well, where do I find my hope?" Вы можете спросить, а где мне найти надежду? There's an old hymn, maybe you heard it. Есть старый гимн, может вы его слышали. My hope is built on nothing less. Моя надежда, она стоит тут или утверждена ни на чем ином. Than Yeshua's blood and righteousness. Как на крови Иешуа и его праведности. That's why we were singing it a while ago. Поэтому мы его поем. That's where our hope is. Вот тот гимн на крови. Our hope is in Yeshua. Наша надежда в Иешуа. It's not in the economy and the government. Не в экономике, не в правительстве. А? Да? In America we have a right wing and a left wing. В Америке есть республиканцы и демократы. It doesn't matter whether you're right wing or left wing if the chicken is dead. И неважно, к какой партии ты принадлежишь, если уже кто-то, если корова сдохла. You can't put your faith in the government. Невозможно доверять правительству. You can't put your faith in the education system. Невозможно доверять образованию, системе you образования. Put your faith in Jesus Christ alone, нужно довериться and that's только where Иешуа our hope одному. Comes вот from. Где наша надежда. Hallelujah. Hallelujah. Okay, let me do one more. Еще один пункт. Oops, I spilled the water. It almost splashed on you. It was that close. Почти на вас разлилось, да? Очень близко было. Then abide these three. Faith, итак, hope. Пребывает эти три. Come on, you первая know the third. Надежда, третья знаете, да? You know the third one. Третья знаете? Love. Love. Любовь. Here's the word that goes with it. И вот какое слово, оно сочетается со словом любовь. Credibility. Credibility. Believability. Доверчивость или доверие кому-то имеется в виду. You see, it's your love
that causes people to believe that Jesus is alive. И ваша любовь, она заставляет других людей верить, что Иешуа жив. Jesus said in Acts, or excuse me, in Acts chapter 8, Jesus said in Acts chapter 1, verse 8, Иешуа сказал в Деяниях 1 глава 8 стих, you're going to be baptized in the Holy Spirit of God. Вы будете погружены в Дух Святой. And you're going to be witnesses unto me. И будете свидетелями мне. The little term witnesses. И вот этот термин свидетели. Means you're going to be living proof. Означает, что вы будете живым доказательством. That Jesus is alive. Того, что Иешуа жив. The only way the world will know. И единственный путь, благодаря которому мир узнает. Is if they see Jesus in you and me. Это если они увидят Иешуа в вас. The only way we're going to make it through the storm. Единственный путь, благодаря которому мы пройдем шторм или бурю. Is by our stability. Это благодаря стабильности. Our integrity. Нашему благородству. And our credibility, our believability. И нашей благонадежности или тому, что нам доверяют. People don't believe you just because you've memorized a few scriptures. Люди не будут доверять вам, если вы просто запомнили наизусть несколько мест Писания. It's got to work in your life. Это они будут доверять вам благодаря той работе, которая происходит в вашей жизни. Amen. Amen. There is a storm coming. Грядет буря. It will come to Ukraine. Она придет на Украину. Some of you believe that it's already come. Кто-то из вас думает, что верит, что она уже пришла. This is not the storm. Но это еще не буря. This may be the clouds beginning to rise. Это только может быть тучи надвигаются. But this is not the storm. Но это еще не буря. We're seeing trouble all over the world. Мы видим потрясения по всему миру. This is not the last days. Это еще не самые последние дни. It may be the beginning of the last days. Может быть это начало этого самого последнего. But it's not the last of the last days. Но это не самые последние дни последние. There are still perilous times that will come. Еще придут времена. The only way путь, you will make it through вы пройдете, faith, через это вера, hope, надежда, and love. И любовь. Would you stand with me and давайте встанем. Don't build your house on the sand. Не строите свой дом на песке. Don't listen to the word of God and then not apply it to your life. Не надо слушать слово Божье, а потом не применять его в своей жизни. That's always one of the scariest things to me. Это одно из самых пугающих вещей для меня. When I stand before a group of people like this and I spill my heart out with the word of God. Когда я стою перед подобной группой людей и изливаю свое сердце. I'm so concerned that people would not take the word and take it into their heart. Но я очень сильно переживаю, когда люди примут слово, но не смогут вложить его в своё сердце. As you take it into your heart. Потому что когда мы вкладываем в своё сердце. You're building your house on the rock. Мы строим дом на камне, на скале. Don't build your house on the sand. Не стройте свой дом на песке. Build it on the rock. Стройте его на скале. Would you just put your hands up and let me pray for you? Поднимите свои руки, я помолюсь за вас. Put your hands up. Поднимите руки. You've become so precious to me over the years. Вы стали такими драгоценными и близкими для меня за эти годы. So many of you I've seen so many times before, and you always bring a smile when I see you again. Многих из вас я видел раньше не один раз, и вы постоянно вызываете улыбку на моем лице. I can't imagine what it would be like. Не могу себе представить. If someone's when I ask about one of my friends here, если бы я спросил о ком-то из моих друзей здесь присутствующих, I would hear, "Oh, they fell flat." И о них сказали бы, что они отпали. They've quit. They've fallen by the wayside. Они отпали, они ушли. My prayer for you is that you will listen to the word of God. Чтобы вы слушали слово Божье. You will apply it to your life. Применяли. You will go through the tribulation. И прошли через эту бурю, это испытание. И когда вы будете проходить эти испытания, эти потрясения, когда вы пройдете через них, вы соберетесь с этими представителями всех народов перед престолом Божьим, от всякого колена, от всякого племени. We washed our robes in the blood.
потому что мы омыли свои одежды в крови Агнца. Аллилуйя! Послушайте, что говорится. Это те, кто пришли от великой скорби. Это те, кто пришли через испытание. Они перешли на другую сторону. С великой радостью и ликованием. Аллилуйя. Вот почему Валентин говорил некоторое время назад. The way we're going to be singing in heaven. О том, как мы будем петь на небесах. Because we have made it through the tribulation. Потому что мы прошли через испытание, через скорбь. Hallelujah. Аллилуйя. Now, I know some of you are students of eschatology in the end times. Я знаю, я думаю, что некоторые из вас изучают доктрину о последних днях, эсхатологию. And so when you hear the word tribulation, you automatically think of the tribulation period the Bible talks about. И когда вы слышите слово «великая скорбь», вы, наверное, размышляете о том периоде, о котором говорится в книге Откровения. I'm not talking about the tribulation period and eschatology. Я не говорю сейчас об эсхатологическом понятии. I'm talking about the tribulation you'll go through tomorrow. Я говорю о той скорби или тех испытаниях, которые вы пройдете завтра. Talk about the trial, о тех испытаниях, you're entering into. В которые вы входите. I prayed for a man today. Я сегодня молился за одного мужчину. The Lord impressed upon my heart to ask him this question. И Господь вложил в мое сердце задать ему вопрос. Have you been in great sorrow, I said. Я спросил, ты когда-то испытывал великую горечь, огромную горечь? He said, yes, I've been going through sorrow, but I'm coming out of it. Он сказал, да, я проходил эту скорбь, но сейчас я выхожу из нее. I said, I'm praying that as you come out of great sorrow, your heart will be filled with great joy. И я сказал, что я, моя молитва о тебе, что когда ты будешь сейчас, когда ты выходишь, чтобы ты начал имел великую радость. His eyes began to fill with tears. И его глаза начали наполняться слезами. He said, I came here asking God for joy. Он сказал, я пришел сюда, прося Бога о радости. Hallelujah. Hallelujah. I'm praying God will give you joy. Я молюсь о том, чтобы Бог дал вам радость. As you come out of the tribulation. Когда вы будете выходить из этих испытаний и будете